Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней и начать просмотр с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра, и не забывайте, что в комментариях не стоит спойлерить и оскорблять участников партии. A physician without a knowledge of astrology has no right... Уничтожьте врага при помощи пращника. Ну, я не смог это сделать. В принципе, нафига мне его изучать? Так. А может построить Стоунхендж и таким образом взять религию? А сколько там капает? Ну, кто-то уже... Американец единственный, похоже, кто рискнул поставить в центр там город. В смысле, а Токио, Испания? Ну, у меня он стоит на моем, на моей части. Токио я еще не видел. А, Токио тоже на своем стоит часть. То есть ты единственный, кто выдвинулся в центр так. Одну клетку от своего континента. Да. Построй Стоунхендж. Ну, я все-таки возьму такой риск ради речки. Плантация есть. Ладно, построю здесь шахту. Я думаю, если скаут захватит, то я смогу отбить слоном. Так, этого слона давайте сюда поведем. Производство, тут деньги. Так. Здесь хватит строить. Так, два хода можно строителей построить, а потом на что-нибудь переключить правительство. Поселенцы. Ну, в принципе, можно и поселенцы еще одного создать. Военный лагерь. Знаете что? Давайте военный лагерь построим. А, блин, надо купить за 40. Нет. Тогда нет. Тогда пока нет. Тогда амбар. Кто на 5 часов живет? Раз, успех. Чё-то как-то вообще не спешит расселяться сюда. Не, опасил, бежит потихонечку. До города пока.
машину Преслова, сколько юнитов. Wealth consists not in having great possessions. А, он видел, ну, гавань, кстати, построил в Манаусе. Сейчас, давайте ему навигацию по звездам. Сейчас мы тут железо обработаем, а потом пойдем от этого рачка обрабатывать. Готов. Лагерь захвачен. Ой. Ну, я думаю, отобьем. Хотя скауты иногда не захватывают. Точнее, частенько бывает, что они просто не захватывают поселенцев. Ну, мне может не повезти, в принципе. Ни одной ГГшки. Они должны быть, по идее, между тобой и американцем. Угу. Вот у нас между мной и бразильцем. Ну и, соответственно, там между французом и... Кто-то у нас еще остался. Японии. И Японии, да. У вас две, да, ГГшки-то? Три должно быть. Mm-hmm. If bread is the first necessity of life... Recreation is a close second. Так, ну что, плюс один в жилью с двумя и более специализированными районами нафиг надо. Давайте, наверное, плюс 50 к производству поселенцев пока. И в столице поселенцы сделаем. Последнего. Ну, как видите, не захватили. Ой, стали показывать стоимость мобилизации в русской версии. Ну что, там уже две религии основаны? Нет? Пока ни одной не вижу. Одного только этого пророка взяли. Угу. Француз. Да, кстати, раз я строю Стоунхендж, наверное, надо убрать. Блин. Я уже поменял, да? Тут я зря, короче, очки великого пророка сейчас фигачу, если я строю Стоунхендж. Тут не проплыть. Ну, тут я все исследовал, в принципе, можно тут постоять, последить, хотя зачем? Интересно, если Новый Орлеан атаковать галерами, он берется или нет?
Да, в общем, проблема тут ставить. В том, что... Блин. В том, что тут нету воды. То есть ставить надо вот тут хотя бы. Да. Так, пока отведу. Боюсь, этого убьют сейчас. Манаус уже до 5 вырос. Хотя он не на речке. Или это речка все-таки? А у меня же мои уникальные эти улучшения жилье еще дают. Просто не могу пока сообразить, куда мне лучше районы ставить. Поэтому не знаю, где мои эти улучшения строить. Вот в чем дело. Я думаю, этого убьют. Да. Поведу поселенца под защитой слона вот сюда вот. О, тут нету. Все, наконец-то я с фарварами разберусь. Нету зоны контроля у варваров от моих этих вару. Так. Навигация по звездам открыта. Давайте колесо. Вот тут можно гавань строить. Так, тут на проплыва нету. Да, ну Джоэл играет, у него одна стратегия, он ему быстрее в атомные бомбы выйти и на всех кинуть. Я вам не рекомендую, кстати, с ним дружить, он всю прошлую игру просто со всеми дружил. А потом на всех ядерки скинул? Да. Но у него одна вот стратегия, он идет по науке, чисто по верхней ветке, быстрее, чтобы все пооткрывать, со всеми дружит. Но можно подумать, в моей ситуации кто-то по-другому поступил. Да-да, все так и будут тоже играть. Просто пока в шестой циве нету другой вменяемой стратегии на самом деле. Если ты пойдешь в науку, то ты не успеешь ничего построить. На тебя скинут ядерные ракеты и все. Поэтому желательно быстрее самому выйти и на всех кинуть. Отлично, с первого удара. Вот подвисает почему-то. До патча такого не было. Пошел сообщать о моих. Надеюсь, я успею поставить город, прежде чем они начнут там спамиться.
О, гавань. Да, я строю гавань вот тут. Ну, по идее, вот тут у меня будет кампус, да, вот тут будет коммерческий район. То есть где-то здесь, вот, скорее всего, на меди будет производственный. Хотя можно и тут его поставить, тут он до всех дотягивается. Поэтому так, поплыли там следить за американцем. Что-то мне не нравится. Этих овец можно не обрабатывать. Я их удалю. Скорее всего. Что вот этих надо? Так, тут обработано, обработано. Вот эти красители надо. Ну, все вроде. Все путем. Я вот не знаю, конечно, зачем я строю еще одного поселенца, но будем дерзкими. Тут-то город по-любому я поставлю, а вот дальше пускай будет поселенец на тот случай, если я захочу город поставить. Уже 30 науки вход в Испании, у Америки. Но он кампус строит. Не знаю, Но это... а чё вы это объявляете, и что? Ну, 30, и что? У меня Ну, я один так кампус скажу, то, что построен, и это за счет Филадельфия этого. тут, ну, ура вообще берется, честно говоря. Ну, так давай, бери. Sometimes the wheel turns slowly. Блин, все-таки наспамились юниты. Не, пускай. А, тут у меня ап есть. Против дальнобойных, против укрепленных защитников. Вот это можно взять. Мне этих слонов в Воронеже нравится, что они только на две клетки ходят. Это мне очень не нравится. Три рудника. А мы построили два. И где мне еще один рудник построить? Бразилец, я, наверное, разберусь с этим лагерем. Ну, то есть, если ты можешь его захватывать, конечно, но, смотри, у тебя тут такие раненые юниты. Один раненый дуболом. Ну, смотри, чтобы его, если его убьют сейчас. Ну, там сзади лучники стоят. Или, блин, поплыть все-таки к американцу этой триремой. Француза, ты все-таки нашел, что ли, лагерь этих мирных жителей, или как это называют? Откуда у тебя туризм уже? Что, у меня туризм? Ну да, 8 вход. Ты нашел какую-то реликвию? Нет, нет, ничего не находил. Один И как же вход. он падает тогда? Надо подумать, не знаю. Я, конечно, хочу кампус тут строить, но... Но! Ладно, давайте древние стены там. Хотел. Одна Может, это за ГБшка религию хотел. как-то там связано?
Наверное, блин, не знаю, кстати, откуда у него может быть мощный туризм. Хотя, по-моему, еще никто ничего не строит. Слушай, ну ты посмотри, откуда у тебя 8 туризма вход. Это а француз чудо говорить. Никакой не строил. У меня написано плюс 8 from city. Ну, открой линзу туризма, посмотри. А чё мы вот с американцем не встретились? А, ну у меня типа святой город дает плюс 8. Поскольку я католицизм основал. Кстати, сейчас тот, кто первый основал первую религию, религия у него больше влияет, чем остальные религии. Нормально сказал, нет? Да. Ну, я тебя, мне кажется, не так. Мне кажется, давление оказывает больше. Да, больше давления. Я так понял, что там имелось в виду, что как бы, твой священный город вынесет, ну, его сложнее обратить просто, да? Теология... О! Неизвестный игрок заканчивает строительство Стоунхенджа. Я, наверное, без религии буду. Походу. Ну и хер с ней, честно говоря. Дус, а ты где собираешься ставить город? На реке. Ну вот, собственно, где стоит пикинер желтый, видишь? Вижу. Ну вот тут. По-моему, это не твоя территория ни разу. Не, я ничего на него не оспариваю этого решения никак. А вот и встретились, ура. Вот ходом раньше мы типа не встретились. Стояли друг на друга, смотрели. Лучник не умеет, знаете, общаться. Я хочу умеет. Перенести этого торговца вот в новый город, так что пока... Ну ладно, просто в Ахмабад перекину. Так, агро. Образованных лучники берут. Надо уже строить кампус, только надо вырубить вот тут. Француз что-то психует. Три города поставил, 241 армию уже имеет. Да его тут очень сильно прессуют. Сейчас четвертый город поставит. The Lord made us all out. Отошли. Новосибирск видели? Так. Теперь давайте Стокгольм союзить. Я понял, выдвигай армию к чуду. Пошли зачистим. Куда выдвигай армию? К чуду. К этому самому. Угу. Так, красители. Ой, блин, я же хотел вырубить эти. Ну ладно, сейчас красители обработаю. Давайте еще одного строителя, может. Или гавань. Давайте гавань. Начну гавань строить. В Ахмабаде пирамиды. А тут холмы. Я могу вырубить, например, этот лес, построить шахту, выполнить вот это задание на три рудника, а потом на этом месте поставить кампус. В принципе, меня это устроит. Так, что у нас Делия обрабатывает?
Так, тут все правильно. Что агро обрабатывает? Это видео подготовлено при поддержке справочника и карты 2GIS. В 2GIS есть расширенный поиск по всем бизнес-ланчам вашего города. Справочник уже знает кухню, средний чек, наличие Wi-Fi, есть ли вегетарианское меню и многое другое. Не забудьте зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Так, тут, кстати... А, он походил. Так, и Ахмабад. Пускай вырастет вообще. Инженерное дело и выполнили задание Занзибара. Круто. Так, и военный лагерь. Все хотят военный лагерь в этом городе я построю. Висячие сады можно вот здесь построить. Японец, а сдвинь, пожалуйста, скаут, который у тебя к французу. Куда? Ну, вверх. Куда-то. Уйду тоже с ним балу. О, француз слепил город, тоже на континенте. А и Калькутта тут. У которых хрюшек отъели. Сейчас Америкос так выкупает все клетки вокруг Килиманджаро полностью. Да я же давным-давно их выкупил. Не заметил ты просто. Не, ну как полностью вокруг вообще Килиманджаро. Я свинюшку и камень давно выкупил. Кстати, если бы ты город поставил бы на одну клетку ниже, то у тебя было бы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь люксов в одном городе. Ну, а я речки бы лишился. Восемь. Так... Ну да. Да, восемь люксов было бы. Или один повтор был. Обвинил американцев, чтобы если что... Не получать штрафы за объявление ему войны. Так, что мне в Калькутте первым делом построить? Может, военный лагерь построить? Но мне, блин, негде его сейчас строить. Тогда монумент надо. Чтобы быстрее клетки добавлялись. Так, у меня сила 40, а у колясок сила, по-моему, 35, если мне не изменяет память. Но у американца прикол в том, что у него бонус на своем континенте. А он не, вот его континент этот фиолетовый, а вот это красный не его континент. И вот этот белый тоже, это Гондвана, это Лаврентия, а в середине Пангея.
У него еще и Женева у Америки в Савинчиках. Слушайте, как-то тут так дебильно распределены континенты. Mm-hmm. А, получается, что бразилец и американец типа на одном континенте. Хотя они, ну, даже не рядом. Ну, также Франция и Испания. Я еще соседствую с этим японцем. То есть у меня против японца и бразильца есть бонус боевой. Класс. А, здесь тут всего три континента получается. Один центр и здесь края через один, короче. В центре Пангея, причем Пангея еще и у Стокгольма, например. То есть город-государство, который на острове, он тоже Пангея. При этом... У меня Сеула. Ну, то есть, как это сказать, географически это вообще невозможно, чтобы они так континенты через один были. Так, знаете что, отправлю в Мадурай, потому что тут сейчас гавань построится и начнет давать тоже бонусы. Уже вижу границы индуса. Да, я вижу город индуса вообще. Ты давай, давай, я вообще все города индуса вижу. И я тоже. А зачем в Дели нужны стены? Надо мне. Че, испанец, кто стреляет, кто забирает? Американец сейчас забирает. Ну на, быстрее забирай. Ну, Испания. Там спит что-то. Тимплей. Так, ну кто там хочет на табак меняться, красители? Давай. Давай, Испания. Кто первый кинет, того и красители. Кинул. Вот, да. Цикл первый. Блин. Висячие сады в Филадельфии. Они за один ход строят. А, даже так, да? Ну, я просто вырубку леса сделал, и оно дофига дало производство. Прикольно. У меня там стоит на чудеса. На чудеса я пока никакие не могу построить. Ладно, давайте строителей. Блин. Хотел тут, блин, построить шахту, в итоге нифига не построилось. Закончил свой жизненный путь. Так, надо ученичество будет, наверное, следующим ходом отменить. Не, народ, на минуточку, в Америке 50 науки вход. Сириус, ну, ты конкретно... ты предлагаешь там делать? Да, Сириус, ты конкретно предлагаешь. Что ты постоянно вбрасываешь? Ну, мы тоже сможем демографию смотреть. И что? Ну, я один ничего не буду делать. Ну, у него и с армией все нормально, я тебе скажу. Как бы одного там точно ничего делать. Ну, я, например, Америку обвинил, если вы можете посмотреть, что я единственный, кто вообще ему обвинение кинул, единственный, короче, плохие отношения. Ну, давай я тоже кину обвинение. Кто не любит Америку? Япония тоже осудила Америку.
Я так понимаю, Бразилия тоже. И у него еще 7 городов, ребят. Я предлагаю уже что-то сейчас сделать. Ну, я готов войну объявить. Ну, я что-то там ходов где-то через 5, да? А, ну хотя штраф умеренный. Они увеличиваются на 50%. Фу-фу-фу. Нет, так-то идея прикольная. Филадельфию, допустим, для начала отобрать и сломать. И туда город не ставить никому, допустим. 7 городов? Он как тут умудрился еще разместить? К тому же. Ну, прям плотничком, что у него, видишь, города через клетку. Ну да, в принципе, на этом отростке-то городов 6 как минимум ставится. Да, я 5 максимум выжил. Ну, 5, наверное, хороших, типа так, вменяемых. Да, 4, я бы сказал, хороших. 5 в тундре, в снегах. Ну, я что-то решил 5 даже не ставить, наверное. Invincibility lies in defense. Алло, острова эти галапагосские. The possibility of victory in the attack. Во француза. Ага. Так, плюс 15 к созданию чудес, наверное, уже нафиг надо. А, так у него еще висячие сады. Кстати, Сириус, он военный лагерь в твою сторону поставил. Да ему особо некуда ставить, кроме этого места. Такой общий. Не будет же он занимать клетки у Пельманджаро. Колясочки настроены. Я вам, кстати, напомню, что у американца бонус за войну на своем континенте, но у него Филадельфия стоит на другом континенте. Поэтому вы, когда с ним воюете, вы обращайте внимание, где у него юниты, чтобы они не на фиолетовом были. С ним уже кто-то воюет? Пока еще нет.
Так, завершили. Тут, кстати, придется еще акведук строить. Эх. Надо будет тут в Агре и в Мадурае, видимо, все-таки слонов. Хотя не, в Агре надо кампус. Вот. В Мадурае и в Дели можно, тем более, что дорога будет проложена. А бразилец с французом как-нибудь будут помогать, нет? Я пока не могу еще найти этого американца, вы мне скажите, куда. Что, вот у тебя стоит рабочий, просто вверх пройди. А деньгами кто-нибудь может мне помочь, чтобы пропать в арбалетов? У меня нету. Ну, это понятно, я думаю, ты армия, если будешь помогать. Не обращаюсь к французам, например, дальше всех, вроде как. Сейчас посмотрим. One man's magic. Так, вот и акведук. И катапульта. Американец в рыцарей апается. А, ну у него золота больше нету. Я не понял, американец, откуда ты золото берешь? Ресурсы граблю. У кого? У себя. У себя? Ну, собирай урожай меди, крабов и так далее. Суров. А чё, все меня осудили, что остается делать? Так. Тут рядом с речкой я бы хотел оставлять. Ладно, пойдемте серебро и мрамор обрабатывать.
Торговый путь в Занзибар. Увеличено торговых путей. Занзибар, торговый путь. Преслав и Стокгольм, военный лагерь. Надо, видимо, купить вот эту клетку и тут военный лагерь построить за Калькутту. If it's natural to kill, how come men have to go into training to learn how? Вот, пришлицы для производства военного лагеря. Меняем производство строителей. Что-то офигеть, как далеко Испания, вот эта вот миссия, блин. Которая дает всего-то, блин, одна вера и наука, блин. Она находится аж в исследованиях, там, где торговая республика. Ну что там, француз, у тебя с деньгами? Сколько у тебя будет? Чтобы я знал, сколько мне арбалетов строить. У меня полтинник сейчас есть. Ну, это, конечно, мало. А у тебя японец ним не будет? Чего? У тебя денег нету, японец? Не. А сколько на ап? Сколько не будет на ап? Я, наверное, последую тоже примеру. Соберу какой-нибудь люкс. Ну, люкс бонусный ресурс. Ой, у вас тут напряженно, да. Так, а француз, там, бразилец, вы не хотите вообще никак участвовать? Я не очень понимаю, вы думаете, что кто-то будет за вас останавливать человека, вырвавшегося по науке, да, а вы в это время будете там развиваться, сидеть? На секундочку, бразилец выше меня вырвался. И он чисто на разведе пошел играть в Education, ушел. Ну вы как-то поближе к нему все-таки. Ну, помочь деньгами вы не хотите? Не хотите, понятно. Да просто мало денег.
Походу, зря я этого поселенца строил. Хотя мне вот тут предлагают поставить город. У меня 40, да, сила. Плюс еще я имею силу от Преслова. Плюс 5, то есть 45. У рыцарей сила. Сорок восемь. Так у меня мои слоны, в принципе, против рыцарей вполне будут стоять. Районы дают плюс одно очко или своего типа. Ну, Стокгольм надо союзником делать. Что, есть готовые повоевать? Ну да. Давайте все вместе войну объявляем и го. Кому там деньгами-то помочь? По испанцу, видимо, он апает. Да. А я его не встретил. Да, я сейчас иду около Калькутты. Сейчас вниз пойду. Может, я кому-нибудь передам, а тебе, Сириус, кто-нибудь еще передаст? А, ну, можно так, да. Ну, подожди, вот вы же встретились сейчас, нет разве? Я не вижу его, нет. Подожди, это кто говорит, француз? Нет, это бразилец. Я не встретил. А, бразилец. Ну, давай мне так, передавай. Так, Леш, если я встану своим воином вот через речку перейду, я тебе помешаю, да? Нет. Нет, окей. Там уже территория бразильца, что там? Скинул там. А видите конягу его, который стоит снаружи? Сириус. Блин, я ж, блин, нападать надо было, что-то я туплю вообще медленно. Что-то я до конца хода это все сделал. Ходят слухи, что Индия объявила войну Америке. Только двумя юнитами. Воочию вижу, без слухов. Тебя тут ходят слухи, что Япония вынуждена. Испанец, давайте ты объявляй. А насколько это честно объявлять за пару секунд до конца хода войну и атаковать? Я не успел просто. Я не знаю, причем тут честно, нечестно. У меня, к сожалению, пришлось передавать деньги из одних рук в другие. А так как тут это через одно место сделано, мягко говоря. Кстати, деньги не дошли. Ну, я не знаю, страшный ли это грех, что я разведчика убил, которого окружил в конце хода. Я готов покаяться.
Что там, Леш, ты мне должен передать деньги или кто? Да, я ж тебе кинул еще прошлым ходом. А, не дошло. У меня нету предложения, если это. Странно. Почта Россия. Еще раз, вот сейчас посмотри, пожалуйста. Да, дошло. Оп. Правильно. Нажимаю рассмотреть сделку, и у меня все сбивается. Ну или сам попроси тогда. А я не могу нажать включить сделку. Точнее, я нажимаю, но ничего не происходит. Слушай, Сириус, ну блин... Извини, я тут воюю. Получается, ты мало того, что меня отвлекаешь, так еще и рассказываешь очень интересное всякое. Ну все, у меня вообще завис аккаунт лидера. Классно, мои вору... Имеют силу чуть меньше, чем рыцари. Хороший юнит. Они бы еще бегали, даже как рыцари было бы вообще. Да, да. Если бы они не на две клетки бегали, да, было бы вообще незаменимый юнит. Короче, у меня все повисло. Так что, сейв грузим? Ну, я думаю, на паузу можете поставить. Вот зайду. Сейчас. Поставил на паузу. Ну, снега. Ну, мы тут при чем? Объясни мне, почему ты требуешь от нас какого-то другого стиля игры, чтобы тебе было интересно играть? Паузу-то отжимаем? Да, снимай паузу. А сколько денег у тебя просить? Сколько передали? Боже, ты до сих пор не взял? 150. Дошло? Ну, дошло, только ход у нас... Переходит пока. А, у тебя еще таймер шел, что ли? Угу. Игра ждет написано, хотя я походил. Ну, все, пошло. Ну что, получил? Да, все. Почта дошла. Француз справа прохода. Зачем? Ну, хочу разведать просто. У меня разведчик лишь стоит.
тому же американец, видишь, ты так город выдвинул вперед, поставил, что все те могут атаковать. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение смотрите, скорее всего, завтра. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца, удачи и играйте в умные игры.